субботу. Вот так сразу и не поймешь, как эти санкции отражаются на русских. Это глупость и просто неуважение к крымскому народу. Даже страшно подумать, какие нас ждут времена. Да, плохо, что к началу санкций мы были не готовы. Всем, мягко говоря, по барабану. И это очень хорошо. Похоже, эти санкции скоро так закалят нашу страну, что она снова станет мировой сверхдержавой. «За границей» в субботу в 18:00 на RTVI.